Ну вот и дождик пошел. Но все равно так прекрасно. Роман Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии. Как сообщают журналисты, сейчас Костомаров под медикаментозной седацией. У него левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом Б. Накануне у 45-летнего фигуриста развилась дыхательная недостаточность. Он был госпитализирован. Сейчас мужчина находится на ИВЛ и процедуре искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Он лежит в отделении реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных. За Романа Костомарова переживает его подруга и партнерша по ледовому шоу Екатерина Гусева. Сегодня звезда сериала «Бригада» опубликовала фото спортсмена и призвала россиян молиться за него. Напомню, олимпийский чемпион в танцах на льду попал в больницу после того, как в канун Рождества выступил на 25-градусном морозе. Он принял участие в выездном шоу «Ледниковый период». Во время выступления у Романа уже проявлялись признаки заболевания. Однако спортсмен сразу не обратился за медицинской помощью, так как у него не поднималась температура. После Рождества Костомаров почувствовал себя плохо и согласился на госпитализацию. В больнице его состояние ухудшилось. Чтобы быть в курсе новостей, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик. Всем привет! Я на каточке в Таганском парке. Раскатываю свои новые ботиночки с коньками. Ну типа. Красота, погода фантастическая. Так что вот, кто-то в Пекине, кто-то в Таганском парке. Всем привет и больших побед. Двукратный чемпион Европы, чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр Оксана Домнина. Браво! Роли Брунгильды, трехкратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион Роман Костомаров. Роли Дороти, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион...